Опять же, посмотрим, у кого какое будет игровое время. Это бросок Воробьева, это гол. Михаил Воробьев открывает счет в этом матче. 1-0, СКА выходит вперед на 4-й минуте игры. Смотри, после того, как была заброшена шайба, небольшая стычка скамейки ЦСКА. Раздосадован, не знаю, кто был, и толкнул клюшкой. СКА там тоже кто-то сейчас отправится. Пока смотрим повтор гола. Вот, получает шайбу Воробьев. И вот бросок под ловушку Ивана Федотова, куда туда шайба залетает. Причем, возможно, у Глотова была даже более удобная позиция для броска. Все-таки Воробьев бросал. Вот, видите, эту стычку, столкновение. Нестеров был раздосадован, но никто тут не собирается друг друга в обиду давать. Принципиальный матч. И каждый эпизод будет доигран до конца.